Долгожданный старт отопительного сезона. С 1 октября горячая вода начала поступать по трубам в многоквартирные дома областного центра. На несколько дней раньше тепло дали в объекты социальной сферы – детские сады, школы, поликлиники и больницы. Отопление появится во всех жилых домах поэтапно в течение нескольких дней. Для нормализации теплоснабжения мэрия организовала горячую линию, по которой жители города могут обратиться по всем вопросам отоп-сезона. Телефоны вы видите на экране. Как уверяют городские власти, ремонт теплоснабжения сетей, которые в некоторых частях города продолжаются до сих пор, никак не скажется на теплоснабжении многоквартирных домов. 17 часов почти 50% многоквартирного жилого фонда запущено теплоснабжение. Это примерно та же самая картина, как и в прошлом году. Никаких аварий нету. Все ведомственные котельные и котельные и Гортеплоэнерго пущены. Все находится в штатном режиме. Думаю, что за 2-3 дня все будет выполнено.